Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики и коллеги. Пришло время поговорить о книге «Черная и белая оптимизация налогов. 5300 налоговых решений» и ответить на те вопросы, которые мне чаще всего задают читатели. Первый вопрос. В книге встречаются ссылки на старые нормативные документы. Что это значит? Ответ. Эта книга – справочное издание. И мы не ставили перед собой задачу, хотя и старались, обновлять нормативную базу. Согласитесь, она меняется постоянно, поэтому лучше отследить актуальность нормативных документов на момент внедрения того или иного решения. Тысячу раз повторяю. Главная идея, а нормативная база – это второстепенно. Прикрутить нормативную базу – вопрос квалификации. Второй вопрос. Правда ли, что в книге действительно 5000+ налоговых решений? Мой ответ. По сути, их намного больше, так как многие решения оптимизируют несколько налогов. Третий вопрос. Книга стоит недешево. Чем это обусловлено? Ответ. Информация, представленная в книге, собиралась более 10 лет, и по сей день мы ее дополняем. В ней заложена ценность, способная снизить вашу налоговую нагрузку в разы. Это не расход, а инвестиция в ваше финансовое благополучие. Четвертый вопрос. Как правильно использовать книгу? Первое. Находим идею. Далее. Проверяем нормативную базу. Потом, прежде чем действовать, получаем благословение от налоговой службы. Пишем письмо в свою налоговую, дожидаемся от нее положительного ответа и только после этого внедряем. Проверено временем, это работает. Пятый вопрос. Все решения в книге действительно основаны на письмах Минфина России и налоговой службы? Отвечаю. Абсолютно все. Мы использовали только проверенную официальную информацию, а также арбитражные прецеденты. Никакой воды, только суть. Не упустите шанс приобрести книгу на Озоне. Она станет незаменимым инструментом для налоговых консультантов, аудиторов, бухгалтеров и всех, кто желает быть в авангарде налоговой оптимизации. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка». Вместе мы раскроем тайны налоговых лабиринтов и найдем самые выгодные пути. Улыбайтесь чаще, платите налоги правильно и до новых встреч на информационных струнах налоговой балалайки. Всем финансового благополучия и до скорой встречи. С вами был налоговый консультант Евгений Сивков.